С самого утра на сельской площади заиграла музыка. Так местных жителей зазывают посмотреть, с чем к ним приехали участники ярмарки. Здесь раскинулось больше 20 палаток. Свою продукцию представили жители разных сел Мазановского района. Тыква, саженцы, соленья. К примеру, Красноярский сельсовет решил удивить необычной картошкой. Как говорят сельские труженицы, такой овощ интересен и на вкус, и на цвет. Она на вкус как желтая. Очень прекрасная картошка, вкусная. И представляете, такого же. Она такая же, только вот этих ростовок уже нет, она все фиолетовая становится. Привезли свою продукцию и фермеры из других районов области. Так целая очередь собралась у прилавка с рыбой, которую продают жители Свободного. Оттуда же привезли и свежие яйца. Добрался до Новокиевского Увала и фермер из села Градеково Благовещенского района. Он держит небольшое поголовье свиней и закупает мясо у местных животноводов. Мы производим без ГМО, без добавок, все натуральное. Вот, да, оно некрасивое, но оно натуральное, понимаете? Ну, новинка у нас. Бастурма, суджук – это дорогое довольно, это самое удовольствие, но пользуется большим спросом. Предоставлены кровяные колбаски, натуральные колбаса. Домашняя колбаска, кажется, она жирная, но она не жирная. Показали свои работы и местные мастерицы. Жительницы села Белоярова придут из овечьей шерсти, вяжут носки, салфетки, платки, игрушки. Свои работы выставила и местная знаменитость – семья Прусаченко. Мужчины вырезают из дерева заготовки, а женщины их расписывают. У меня есть разделочные доски, полочки, сувениры делаем. Покупают лучше всего наборы разделочных досок, потому что ими пользуются они в хозяйстве. А для хорошего настроения мазановцы привезли на ярмарку даже баяниста. Ой, гармошка заиграла, значит, надо выходить и самой повеселиться, и людей повеселить. Мы самурских полей не найдете веселей. Ой, бой, весело, да чего же весело, весело, да поемся. Марьяна Геворкян, Роман Юдаков, Амурское областное телевидение.